waking up in the morning and to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Some of us do it for the females, and others do it for the retail. But I do it for the kids, life through the towel in on. Every time you fall, it's only making your chin strong. And I'll be in your corner like Mick, baby, till the end of when you hear a song from that big lady. Конечно же, в свой следующий матч против ПАУ я буду испытывать странные чувства. Но теперь я игрок ЦСКА и готов влиться в новую семью, построить хорошие отношения с партнерами, так как я это делал, собственно, в ПАУ. Я знаю Теодосича, Эрцега, так как они играли за Олимпиакос, когда я выступал за Панатинайкос. Жду не дождусь встречи с новыми партнерами, чтобы построить хорошие с ними отношения. Сумасшедших споров слишком у нас не было. Думаю, что самые смешные ставки получались, когда мы прилетали с командой в какой-нибудь аэропорт и спорили, чья сумка появится первой в зоне получения багажа. Но крейзи ставок таких прям не делали. Пока я здоров, я буду играть, и пока я способен играть на серьезном, высоком уровне, я буду играть. Не могу сказать, что я один из тех, кто будет продолжать играть даже в низшем дивизионе. Думаю, когда я почувствую, что не могу играть на высоком уровне, то тогда и закончу. В этом прошлом году, это прозвучит, конечно, банально, но я болел за Майами. Я не очень большой фанат Хит, но я хотел увидеть Леброна Джеймса уже с кубком в руках, чтобы люди наконец перестали говорить, когда же он выиграет свой первый трофей, и теперь все просто могут расслабиться и смотреть игру. Побед. Я знаю, что тренер Мессина строит эту команду для того, чтобы выигрывать титулы. Это определенно больше, чем игра для меня. Я не считаю баскетбол своей работой. Для меня работа — это то, что ты не обязательно хочешь делать, но тебе приходится. Я люблю играть в баскетбол. Для меня не проблема проснуться с утра и пойти на баскетбольную площадку. Я до сих пор испытываю те же чувства к баскетболу, как когда мне было 10 или 11 лет. Было много раз, когда я забивал 10. Я не ожидаю никаких персональных регалий или признаний. Хочу помочь в достижении только командных побед. Этот момент в карьере уже прошел у меня, когда ты выходил на площадку и старался быть лидером по набранным очкам или попасть в первую пятерку Евролиги или другого турнира. У меня единственная цель — победить. Я сделаю все возможное для ее достижения. Я не очень, честно говоря, знаком с городом, хотя был здесь много раз. Но когда приезжаешь, чтобы сыграть, график очень плотный. Отель, тренировка, зал, игра, и сразу же, собственно, улетаешь. Поэтому у тебя нет шанса насладиться городом. Я с нетерпением жду знакомства с новым городом, культурой и многими другими вещами, которые есть в Москве. Но у меня на груди татуировка, на которой написано «специалист». Это прозвище мне дали еще в школе. Других кличек в основном у меня как-то и не было. Усердная работа, последовательность и любовь к игре.
Если у тебя есть эти сочетания, этих трех вещей, ты сможешь сделать все, что угодно. Все опять сводится к последовательности. Если ты хочешь оставаться в форме, у тебя должен быть план, которого ты будешь придерживаться. В большинстве случаев у всех, в принципе, есть планы. Многие говорят, мол, буду заниматься 3-4 раза в неделю. Но вот одну неделю ты тренируешься, а затем тренируешься всего раз в неделю. На следующей неделе вообще забываешь о тренировках. А потом снова 3 тренировки в неделю. И почему-то они полагают, что будут какие-то изменения. А изменения приходят только со временем и постоянной работой.